На базе спортивно-развлекательного центра «Сан-Сити» прошел турнир по футзалу среди детей 2013-2014 годов рождения. Соревнования были организованы футбольной школой «Спартак Юниор Бишкек», которая является официальной школой футбольного клуба «Спартак Москва» в Бишкеке. Эти соревнования, то, что у нас проходит, это среди возрастов 8-9 лет, это 2013-2014 года. Открытый кубок среди детей, футзал получается. Именно то, что развиваем футзал и хотим показать то, что дети получили праздник футбола и вообще то, что опыт. Мы сами вместе с тренерами просто решили, поговорили то, что для детей как раз просто 8-9 лет в городе мало чемпионатов получается. И мы здесь вот сделали такое вместе, решили то, что провести такой кубок. И вот как Сан-Сити спорткомплекс более такой подходящий для детей зал. Вот. И Сан-Сити, то, что помогает залам, получается. В результате проведенных соревнований третье место заняли юные футболисты клуба «Хорнетс», которые со счетом 2-0 обыграли своих сверстников из футбольного клуба «Дордой». Но победителем турнира стала команда «Спартак», которая в решающей игре за первое место в упорной борьбе одержала победу со счетом 3-2 над мальчишками из футбольного клуба «Азия Голд».